В майские праздники полицейские несли службу в усиленном режиме. В местах массового отдыха они обеспечили правопорядок. Обошлось без ЧП. Отдыхали граждане много и долго. Из 1 по 12 мая в дежурную часть поступило 920 обращений. За такой период это немного, говорят правоохранители. Как обычно, мы констатируем тот факт, что в дежурной части в праздничные дни большое количество заявлений поступает о нарушениях общественного порядка, связанных с распитием спиртных напитков. Как правило, в общественных местах, в быту. Одна из пьяных закончилась братоубийством. Преступление произошло 10 мая в одном из домов на улице Западной. Обоим братьям за 40 лет, а младший убил старшего. Причем он понял, что зарезал брата только на следующее утро. Поножовщина произошла и 12 мая. Подозреваемая теща, пострадавший зять. В своей квартире, то есть по улице Вторая Пятилетка, вот, проникающий ножевое ранение был, брюшной полости госпитализирован, гражданин 69-го года рождения. Всего за этот период было возбуждено 39 уголовных дел. Из них 14 – это кражи, 8 – тяжкие и особо тяжкие преступления. Есть факты задержания водителей в нетрезвом виде и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Много было звонков граждан в полицию о нарушении закона о тишине. С 13 мая усиленный режим службы у полиции сняли. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Наше время.